7 декабря в здании администрации прошла торжественная церемония награждения участников регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года». Дружных, счастливых и энергичных семей города поздравил глава Десногорска Андрей Шубин. Дипломы участников были вручены трем семьям – Шубладзе, Трошиных и Карпинских. Это пары, которые активно принимают участие в жизни города и бережно хранят семейные ценности. Супруги Карпинские, к примеру, вместе уже больше полувека и делятся с остальными секретами семейного долголетия. Будет уже в январе 53 года. Вместе. Ну, достижения наши дети, наши внуки. Успехи мужа в общественной работе. Он всегда на передовой, а я всегда в тылу. Дома. Поэтому вот такой тандем. Мужчина занимается мужскими делами, женщина женскими. И так это баланс такой сохраняется, я думаю, только так. Всероссийский конкурс «Семья года» проводится уже шестой раз. Он направлен на повышение общественного престижа семейного образа жизни и ответственного родительства.